Итак, на территории произошли некоторые изменения, которые мы сейчас вам покажем вместе с козами. Та-дам! Вот такая вот композиция, арт-объект вырос на нашей территории буквально вчера вечером. Я еще даже не успела к этому ко всему привыкнуть. Огромный ясень приехал к нам буквально вчера. В двух частях. Первую часть мы поставили на заготовленные ранее камни. Камни уже многие видели. А вторая меньшая часть легла пока на землю. Но, скорее всего, в скором времени мы поднимем и эту часть малую ясеня на камни, чтобы уберечь его от быстрого сгнивания. Да. Ну, это такой кусочек небольшой. Он всего лишь мне по пояс. А вторая часть, ну, местами в самой верхней его части выше меня ростом. Примерно 170 сантиметров. Вот такая красотень выросла на территории.